Вторая часть, иду. 8 минут осталось. Все, поза активная, планки. Так, не прогибаемся, ничего. Встали и 20 секунд стоим. Также, что значит еще поза активная, планки? Когда мы стоим, у нас все тело напряжено. То есть ты не просто стоишь в планке, а у тебя ноги, таз, живот, руки, все вот в напряжении, ты струна. Итак, сейчас будет весело. Прыжки, прыжки, вставай. На ноги вставай. 3, 2, 1, погнали. Поехали. На коврике. Прыгаем, 20 секунд. На коврике. Молодец. Выше колени. Выше. Вдох, выдох. 3, 2, 1. Сейчас, одну минуту отдыхаем, пьем воду по 2 воды.
Значит, сейчас что мы сделаем тогда? Окей, давай тогда вместо прыжков, да, мы делаем бёрпи. Вместо прыжков мы сейчас делаем бёрпи. Скрутку мы сделали, да, и планка. Нормально, все. Слайд. А то тебе будет плохо. Давай. Так, подышали. Вдох. Что выдох. Хорошо. А? Что сейчас будет? Будет то же самое. Второй круг. Ого. Так. Так. Слушай, сколько тренировка идет? Сейчас 15. Ничего себе. Так, вдох, выдох. Мы на кеха успеем? Успеем. Ну, в любом случае, мы можем это делать. Еще успеем. Ну, да. Так, все, отдохнули. Погнали. Вторая, на чем, что мы закончили? Вот эти были. Скрутки были, да? А после скруток у нас еще? Планка. Планка. Начинаем с планки. Все, приготовились. Все, 4 минуты. 4 минуты возьмем. Еще! Это последнее, нажми! Умри, но сделай до конца!
мои хорошие. Яна, спасибо тебе за тренировку. Твоим подписчикам тоже спасибо. Так, сейчас мы релакс. На мне все косяки сразу увидели, как не надо делать. Релакс, да, релакс делаем. Поехали. Все. Встаем. Растягиваемся быстро. Лиля. Вдох. Вдох, выдох. Еще вдох. Еще. Вдох. Выдох. Ладно, головой. Потянули ручку правую. Разогнали женскую энергию. Восьмерочку. Хорошо, назад. Самые стойкие остались. Так, уже конец тренировки. Ну, все, молодцы. Сегодня Джон Кеха, сегодня семинар. Очень хорошо, кстати, упражнения физические разгоняют энергию. Девчонки, спасибо, ты весь на подъеме. Поэтому осталось пойти на семинар и вас там зарядить вот этой энергией, которая прет от мастера. Я тебе не мешаю. Все, давай. Девочки. Мои хорошие, спасибо, что были со мной. Мартышка, привет. Привет, привет. Спасибо, девочки. Так, смотрите. Ой, мои хорошие. Ну что? Сейчас берете у нас... Запиши эфир, каждое утро будем вместе не только танцевать, но и зарядку делать. А хотите, я буду зарядку с вами делать, в принципе? Делать для вас упражнения, и я буду стимулировать свое. И вы будете, почему нет? Да, я обязательно сделаю видео. Обязательно пост напишу. Все самое-самое лучшее.
будет сегодня в моем инстаграме и в сторис тоже. Поэтому даже вот не сомневайтесь, вы там на расстоянии, да, я приеду туда на семинар, и вы увидите все это, услышите от меня уже переработанное, так что вам даже тратить время не надо. Весь день семинар с 10 утра до 19 вечера. Так что все выжимки я вам дам. Видео, шмидио, да. Я всю тренировку хотела танцевать, да. Я не могу. Когда слышу музыку, хочу танцевать. Хотим по Москве. Да нет, конечно. Пока я живу в Хабаровске, поэтому по Хабаровскому. Вот. Придется мне две тренировки делать. Для центральной части России, для Дальнего Востока. То есть, если у нас будет... То есть, это в 7 утра и в 4 часа дня. А что, хороший стимул. Так, что-то ты еще выпишите у меня хорошего. Ты справилась, спасибо. Только ты будешь чувствовать завтра с постели. Не стану. Не стану точно. Спасибо, что были со мной. Вот так вот внезапно никого не предупреждала, что будет тренировка. Спасибо большое. Ага, потеряла сознание. Ну все, мои хорошие, я буду собираться. Нам уже ехать где-то час до Шереметьево, там будет проходить семинар. Поэтому пошла собираться, чтобы было красивое, что это такое. Люблю вас. Очень. Увидимся.